Девчонки, всем привет! Сегодня я буду показывать макияж на Хэллоуин. И если вам интересно, как я его сделала, оставайтесь со мной. Для этого макияжа вам понадобится самая светлая база, которая у вас есть. Я буду использовать мусс от Essence и свою кисть от Sigma. Так. Также я наношу на губы. Мне они нужны другого цвета, такого же, как и все лицо. Также наношу на брови, на глаза. У меня раньше была светлая очень база, но когда я перебирала всю свою косметику, решила, что она мне не нужна. Теперь жалею об этом. Тональным кремом мы закончили, теперь я возьму свою блестящую пудру, я ее еще называю сухим хайлайтером, и возьму свою кисть от Everyday Mineral, вот такую вот срезанную, и нанесу эту пудру на все свое лицо, чтобы у меня, так сказать, лицо блестело немножко. Затем мне понадобится черный карандаш, и мы сейчас будем оформлять наши глаза. Итак, для начала мы сделаем черный круг вокруг наших глаз. Сначала я начинаю от бровей, как будет у нас форма. Затем продолжаю рисовать до носа. Теперь мы нарисуем носик. Закрасим мы его потом. Затем нарисуем паутинку на нашем лбу. Нарисуем наш цветочек, лепесточки на подбородке. Украшаем женственно наше лицо. Теперь займемся губами. От разреза губ мы рисуем линию. И с другой стороны также. Как бы швы. И на губах. Немножечко украшаем. Итак, наш эскиз нашего макияжа готов. Теперь нужно хорошенько над ним поработать. Начну я с глаз. Буду использовать черные тени и вот такую вот кисточку. И буду растушевывать наш черный контур.
Затем я возьму снова свой черный карандаш и подведу водяные линии нашего глаза. Нижнюю и верхнюю. Затем я возьму вот такую вот кисточку от Ecotools и буду использовать вот этот вот синий и вот этот вот бирюзовый цвет. Сначала я возьму синего цвета. И нанесу его к краям нашего черного цвета. Затем возьму бирюзовый оттенок. Нанесу его сверху нашего глаза, на подвижное веко и немножко под низ. Таким вот образом мы уже нанесли синие цвета. Затем я возьму кисточку для растушевки и буду растушевывать черный с синим. И аккуратненько обведу контур своего глаза. Делать это можно очень осторожно, аккуратно, чтобы ничего не испортить. Затем я возьму темно-синие тени, шиммерные, такими блесточками, и нанесу их на черный оттенок. Затем я возьму блестиночки того же оттенка, кисточку, немножко воды. Я кисточку плоскую макну в воду. Затем добавлю блестинок, нанесу на внутренний угол. Опущусь вниз. Также я немножко нанесу этих блестинок на наш ажурчик вокруг глаз. Затем, конечно же, нам понадобятся накладные ресницы. Закрепляем наши ресницы тушью, прокрашиваем наши ресницы настоящие с наклеенными. Теперь мы возьмем тоненькую кисточку и я возьму подводку. И сейчас будем... Теперь я возьму маленькую кисточку и возьму немножечко блесток и нанесу такими часточками. Нос мы закрашиваем обычной черной подводкой. Теперь переходим к нашим губам. Я снова же буду использовать подводку, но буду использовать тоненькую кисточку.
перейдем к нашему подбородочку. Я обведу контуры. Кисточку. Синий оттенок теней. Немножко сделаю внутри этих лепесточков маленькие синенькие лепестки. Затем снова добавляем блестинки. Последнее, что нам осталось ярко-розовые румяна. Я буду использовать этот пурпа. Я уже рассказывала, что перенесла их в другую коробочку. Тут они у меня рассыпались. Вот что получилось. Я возьму скошенную кисть. Возьму этих теней ярко-розовых и нанесу вот сюда. Аккуратненько. Вот такой вот макияж у нас получился. Надеюсь, вам понравилось и вы будете повторять. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливого Хэллоуина!